Я считаю, необходимо сменить лозунг нашего города. Место, что домом зовется, слишком сухо. Предлагаю место, что зовется родным гнездом. Нам нужен переход от Трент-авеню между Фрост и Аллегейни. И еще... О, боги! НЛО упал ко мне во двор, уничтожил мои азалии и поилку для птиц. С такими разговорами нас просто поднимут на смех. Как вы сказали, НЛО? Господи, что это такое? Помнишь ту тарелку? Этот человечек вышел из нее. Сохраним это в тайне, никому не рассказывай. Я хочу потрогать! Ей не стоило знать. Доверимся ей, у нас нет другого выбора. Можно убить ее. Убить меня? Ты не убьешь меня, я сама тебя убью. Ладно, хватит. Давайте назовем его Джулс. Какой он Джулс? Он скорее Гарри. Твой папа заходил с утра, сказал, что покупает яблоки для пришельца. То есть для нелегала? Спасибо за рисунок. Он мне много таких вручил. Может, что-то хочет тебе сказать. Папа, стой. Я волнуюсь. То, что ты наговорил, ненормально. Я в своем уме. Ты сказал, что покупаешь яблоки для пришельца. Правительство разыскивает военный спутник, упавший. Пока мы тут медлим, они могут найти его. Вы смотрели фильмы и знаете, что бывает с пришельцами, когда они падают на землю. Джул стал очень дорог каждому из нас. Ну, мой отец покупает яблоки для пришельца. Немедленно откройте! Я иду! Благодаря ему мы сплотились. И мы неплохо ладим. Мы стольким тебе обязаны. Джулс. Это что?